Всем добрейшего времени суток, с вами снова Гараныч, третья часть прохождения за Павла. На самом деле она очень короткая, я просто не знал, но все-таки... Да, я вас обманул во второй части, и оказывается мастерские сиськи замазал, так что их там не видно. Но вы все равно сейчас получите массу волосатых удовольствий, сейчас еще на один стриптиз сходим, это будет круто. Итак, это был Гараныч и заключительная третья часть за Павла, дополнение к игре «Метро Last Light». Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, пока. С кислым это шелупонь точняк обломается. Маслята меняю, продаю, покупаю. Есть маслята, перья, взрывчатка. Не, ну, блин, ё-моё. Ты чаще. Маслята, перья, гранаты. Наваливаемся, пацанчики. Вот я бы гвоздь на твоём месте мутить не спешил. Мы с пацанами крайний раз так замутили. Что? До сих пор мне не позолоти надо. Ручку, яхонтовый. Ничего не утаю. Проходите мимо. Подайте на пропитание калики перехожим. Ай, позолоти ручку, дорогой. Всю правду расскажу. Смотри в шар, дорогой. Все вижу, все, что было. И дорогу дальнюю, и казенный интерес. Все вижу. И ветер быстрый, и палаты темные. Вижу, и неладно в доме. И черно на сердце, и трубы медные, и воду новую, и кручину тяжелую, и друга нежданного, и тучи черные. Да что же это такое? Да как же это? Ой, золотой, ой, яхонтовый, идти тебе надо. За тобой по пятам судьбина недобрая, не гневи, не смотри больше, не спрашивай. Скажу только, дорога дальняя впереди, с перекрестком в конце. Один путь вперед ведет, а один вниз. Ниже некуда. Держи. Павел Игоревич, вы здесь? Вы меня узнаете? Это же я, Янек. Тише, всю легенду псу под хвост пустишь. Я тебя еще от входа заметил. Ну, докладывай, конспиратор. Только тихо. Докладываю. Внедрение прошло успешно. Все как инструктировали. Сам не заметен, зато в центре событий. Вы сейчас на красную линию. Там на перроне сейчас как раз дрезина. Наши люди, так что довезут. И да, Павел Игоревич, самое главное. На дешевый стриптиз не ведитесь. Кидалово это. Сюда, скорее! Внимание, обслуживание. Чё? Повторяю. Чё он там хрипит вообще? Давай, давай, а то опоздаю.